Неприятный сюрприз ждал пассажиров маршрутного такси, следовавших в Сухум из Псоу и Гудауты в понедельник 14 июля. Им пришлось платить за проезд на 20 рублей дороже. Данное постановление было подготовлено Министерством экономики еще 4 апреля текущего года, но лишь 14 июля водители микроавтобусов известили о новых тарифах. За проезд из Сухума в Гудауту на микроавтобусе пассажиры платили 70 рублей, а до Псоу – 170 рублей. Эта новость стала неожиданной и для управления транспортом. Повышение было осуществлено с нарушением норм. Почему? Потому что повышение, если это постановление правительства, оно должно произойти единовременно по всей территории Абхазии. А у нас так получилось, повышение было вывешено только на Сухумском автовокзале. Возросшие цены вызвали бурю негодований со стороны пассажиров, и через три дня, с 16 июля, управление транспортом вернуло прежние цены – 50 рублей по маршруту Сухум-Гудаута и 150 Сухум-Псоу. Мною дано распоряжение приостановить это повышение. Все водители предупреждены о том, что тарифы вернулись, те тарифы, которые были до буквально неделю назад. Я хочу довести на население, чтобы люди, если которые будут водители, которые будут требовать большую сумму, просим нас информировать. Есть у нас телефон доверия, могу это объявить, 718-718-7. Водители маршрутных такси говорят, что повышение цены за проезд назрело давно, и оно неизбежно. Вот здесь повесили тариф. 1-3-4 дня ездили, не каждый день не работаем. На третий день вышел на работу, уже, говорит, отменили. А почему отменили, кто мне спрашивает? Все запчасти добавляются, все продукты добавляются. А наш тариф так 10 лет не ездим. Многие пассажиры расценили оказавшиеся временными цены за проезд как самоуправство водителей. Особенно возмущались люди, которым часто приходится пользоваться общественным транспортом. Для них отмена повышения цен как нельзя кстати. Для студентов, для тех, кто не зарабатывает, конечно, очень сложно, очень трудно. Цена неподъемная просто. И поэтому очень хорошо, что ее недавно все-таки изменили, вернули к той цене, которая была. Постановление Кабинета министров от 4 апреля 2014 года будет выполнено. По всей видимости, это вопрос времени. Илана Казанба, Руслан Закарая, Абаза ТВ.